Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый, зарплата достойная. Телефон 8-992-336-07-93, 8-992-336-07-94. По прогнозам синоптиков, 11 апреля в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов, ночью прохладнее 12 выше 0. Ветер северо-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов.